На традиционном совещании в режиме видеоконференции губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о новых и уже существующих мерах поддержки предпринимателей. Среди них субсидии призваны компенсировать затраты на создание инженерной инфраструктуры и покупку оборудования, гранты на компенсацию процентов по кредитам. В ходе совещания Андрей Воробьев отметил важность новой программы промышленной ипотеки, которую правительство России запустило 5 сентября. Решение, которое было принято, позволит дополнительно готовить производственные цеха, площади и, соответственно, тем, кто начинает бизнес, по льготной ставке 3 или 5%, сейчас это обсуждается, до 500 миллионов будут такие ипотечные промышленные кредиты выдаваться. Андрей Воробьев отметил, что благодаря различным мерам поддержки бизнеса на государственном, региональном и муниципальном уровнях в области сохраняется положительная динамика экономического развития. За первые полгода нашей деятельности инвестиции привлечено на 500 миллиардов. Это хороший темп, если мы также успешно завершим второе полугодие. Губернатор рассказал, что работа по принятию новых мер поддержки предпринимателей ведется постоянно. Среди стратегически важных отраслей он отметил сельское хозяйство, IT, промышленное производство и импортозамещение.